Сквер Фадеева получил вторую жизнь. Теперь здесь вместо разбитого асфальта модная мощеная плитка и новые аккуратные газоны. Стиль сквера современный, космический. Здесь и экодорожки, и стильные деревянные лавочки. Для детей космическая детская площадка. Такой пока нет нигде в России. Она уже полностью построена. Здесь и трубы быстрого спуска, и дорожки препятствия. Детям будет где в волю порезвиться. Подрядчик обещает, что сквер откроется скоро. Ну, на данный момент у нас, можно сказать, на 98% все объемы работ, все выполнено. Но у нас срок гарантии на все эти виды этих спортивных сквер 5 лет. Но я думаю, они продолжат очень долго, потому что они выполнены из хороших композитных материалов. Список изменений огромный. В сквере сейчас достраивают спортивный комплекс. В нем волейбольно-баскетбольная и хоккейная площадки, заодно тренажерный зал и раздевалка, а также мягкая беговая дорожка. Строители предупреждают, по ней не стоит кататься на роликах и велосипеде. Местные жители говорят, такой нарядный сквер давно был их мечтой. Раньше бегал по набережной, забиваются ноги, сейчас здесь. Плюс еще построят две спортивные площадки. Это очень большая помощь в воспитании внука, чтобы он не стучал мячом в комнате. Во-первых, дорожки красивые сделали, фонари красивые, так что вообще скамеечки прекрасные сделали. Сейчас в сквере остается убраться, привести в порядок деревья. Здесь уже посадили ели, рябины и море цветов. К финальной подготовке присоединились волонтеры. Мое желание и моя солидарность с другими волонтерами – помочь родному городу в благоустройстве. Ну, чтобы не только самому себе было приятно гулять по улицам нашего любимого города, но и остальным жителям. Я в восторге, честно вам говорю. Так как наш колледж находится рядом, мы сюда выходим заниматься на уроки физкультуры, и он потерпел огромные преображения. Сквер откроется совсем скоро, но уже сейчас стал любимым местом прогулок для самарцев. Лариса Шлафаст, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.